Привет-привет, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу первый заказ из 17-го каталога 2020 года. Это последний первый заказ в этом году. Я надеюсь, что будут еще заказы, но в этом все самое интересное. И начинаем с самого верха. Я заказала со скидкой 50% вот этот чудесный палантин. Я надеюсь, что он чудесный, потому что я его выбирала чисто по картинке. А Миша подсказывает, заказ на 325 баллов. Да, огромный заказ. И то я не все заказала, что хотела. Я многое урезала, отменяла, заменяла и так далее. Кстати, очень жалею, что некоторые продукты не взяла сразу побольше, потому что уже нет на складе чего-то. Давайте рассмотрим шарф и объясню вам, что такое скидка 50%. Боже мой, какой он крутой! Слушайте, ребята, девочки и мальчики, кто будет смотреть, это просто палантин огромный. Смотрите, у него какая ширина. Кстати, наверняка где-то должен быть написан его размер, потому что, ну, есть и в каталоге, естественно. И он двухсторонний, то есть с одной стороны он на белом, на таком светлом фоне, вот эти вот елочки, деревья синего цвета, а с другой стороны наоборот, то есть на синем фоне как раз белый рисунок. 190 на 80, да я в нем просто завернусь как в одеяло. Вот именно такое теплое и уютное я как раз и хотела. Смотрите, какое чудо, по-моему, это супер. Еще и бахрома такая хорошего качества, бахрома, то есть она не разлезется, не спутается. Слушайте, я в восторге. Вот именно такой теплый шарф мне и был нужен. Вот теперь он у меня есть. Что такое скидка 50%? Если вы размещаете заказ на 150 баллов в течение одного каталога и в следующем каталоге тоже делаете заказ на 150 баллов, то как раз в третьем каталоге у вас на втором шаге появится такая строчка: добавить с 50% скидкой продукт. Добавляете любой продукт, не любой. Wellness нельзя, наборы нельзя. Ну, в общем-то, вы посмотрите, если вы добавляете продукт, не добавляется, значит, либо он в запрещенных, да, либо его просто нет на складе. Далее, подписка на Wellness Pack, женские витамины. Я их отдаю дочке, а сама как-то перестроилась и начала пить витамины из баночек. На самом деле это очень выгодно и удобно. Постоянно у нас акции проходят с витаминами, и поэтому я решила пока пить из баночек, хотя удобнее пить Wellness Pack именно из пачки, потому что там пакетики, и в этих пакетиках, сейчас покажу, сразу лежит суточная норма витаминок. Сейчас мы с вами раздербаним коробку, боксы. Любишь витаминки? У нас у кота тоже есть свои витамины. Каждый день мы ему даем витамины специальные, кошачьи. Посмотрите, целая пачка. Здесь есть инструкция, список, какие витамины. И вот такой пакетик, его нужно выпивать один раз в день. То есть здесь две капсулы омега-3. Одна вот эта темная капсула — это астаксантин, и мультивитамины и минералы. Вот я как раз заказала банку, здесь 60 витаминок, очень выгодное предложение идет в каталоге, но оно работает именно если брать две банки. Я одну взяла Мише, одну себе, ну и дочке. Как раз у меня еще есть омега, есть астаксантин, и астаксантин будет в следующем каталоге по акции. Очень хорошая цена, поэтому я опять буду набирать астаксантина себе много. Кто отвернулся? Ну-ка, разворачивайся. Ага. Хорошо, что я увидела спецпредложение на сайте, только можно было заказать, используя специальные коды, некоторую продукцию. Я заказала антибактериальное средство. У меня, кстати, дочка его обожает. Оно раньше у нас уже было дорогое, вышло больше 300 рублей. Оно так пахнет классно. И здесь более 60% спирта, то есть это настоящее антибактериальное, вот этот гель, он очень классный, поэтому я его подарю дочке, она его обожает. Я заказала два набора
два набора, шампунь и кондиционер, по тоже по отличной скидке. Если вы смотрели, когда я оформляла заказ, то вы могли там увидеть и коды продукции, и как раз цену. Я сейчас уже не помню, но получается намного выгоднее, чем когда вот мы заказываем просто по каталогу. Также я хочу сказать, что этот набор мне очень нравится, именно климат-контроль. Вот климат-контроль, что он делает? Он помогает волосам легче пережить вот тот период, когда, например, летом жара, в комнате кондиционер, сейчас на улице мороз, в квартирах, в домах жара, то есть волосы постоянно находятся в таком стрессе, и вот эта серия помогает им пережить вот этот сложный период. Я так понимаю, что сложный период у нас постоянно, да, весной чуть-чуть вроде бы полегче и осенью. Я заказала целых 3 банки нашего просто фантастического скраба серии Swedish Spa. Это просто уникальный скраб, он безумно дорогой, он без скидки стоит 1000 рублей, хотя кто-то скажет, да это разве дорого, как у меня говорит одна клиентка, это разве дорого, это нормально. Вот, но сейчас я его взяла по акции, и этот скраб вышел, ну, в пределах 500 рублей, даже, по-моему, дешевле. Это очень отличная просто цена, поэтому я сразу взяла 3 банки. Это будет и для клиентов, и для меня, и, возможно, один я отправлю в подарок. Следующее, да, тут уже пойдут больше заказы, то что под заказ, заказ клиентки, это крем для интимной гигиены, вот именно вот с желтой крышечкой, он рекомендуется женщинам уже более таким взрослым, отлично справляется с сухостью, то есть он такой прям кремообразный, не как все наши гели для интимной гигиены, они так пенятся хорошо, да, они прозрачные, у этого такой он беленький, он не так сильно пенится, но вот его очень хвалят женщины в возрасте, говорят, что это супер просто средство, убирает всю сухость и становится намного комфортнее. Так, тоже под заказ крем осветляющий. Знаете, такая интересная история, этот крем меня постоянно заказывает одна клиентка, уже много-много лет она его берет постоянно, и как-то она мне говорит, мой крем-то есть, я говорю, ага, твой, так, так, осветляющий крем, да, по-моему, он со скидкой, она, в смысле осветляющий, я говорю, ну ты все время берешь крем, а он осветляющий, она такая, да, а я не знала, то есть он ей так нравится, она белокожая, и ей прям он очень хорошо подходит, какие-то вот неровности, если вот солнце, какие-то, да, пятнышки появляются, то он постоянно делает это осветление, и кожа все время ровная и чистая. Она говорит, он мне так нравится, я его не хочу менять, то есть я ей предлагала, говорю, давай поменяем на другой, она говорит, не-не-не-не-не, я уже знаю, что он мне подходит, что он идеальный, я не хочу другой крем. Ну, желание клиентов — это закон. Под заказ 2 крема серия Loving Care, кстати, заметили, часть этой серии у нас ушла из каталога, вот остался крем, появлялась жидкая крем-мыло, я тоже брала себе, и вот этот крем, я его просто обожаю, он, у меня стоит тюбик, смотрю, вот на полочке на кухне, я им пользуюсь каждый день, когда я готовлю, то для меня это лучшее спасение, то что очень сильно сохнет кожа на руках, и нанеся этот крем погуще, я сажусь отдохнуть и спокойно абсолютно знаю, что мои руки напитываются, мне становится лучше, да, хорошо и комфортно. Да повернись ты к нам, пушинка, ну повернись. Нет, ну это нормально, да, он всю запись просидит к нам опять попкой. Так, под заказ аромат Giordani Gold Original, White Original, такой необычный аромат, очень стойкий, и если кто-то в него влюбился, то есть кому-то он понравился, то это любовь на всю жизнь, как я поняла, потому что у меня появились клиенты, которые, ну, с которыми я только познакомилась, они этот аромат знают еще 15 лет назад, они его заказывали, и увидев меня, сразу спросили, а есть этот аромат? И я говорю, да, есть. Один у меня был в наличии, его сразу забрали с руками и ногами, я думала, подерутся, кстати, в одной организации, и вот второй тоже я сразу заказала, потому что это недолго ждать было, человек очень обрадовался. В текущем каталоге у нас отличные акции на серии Giordani Gold, и сейчас именно минеральная тональная основа, у нее SPF 15, есть в этой же серии
антивозрастная тональная основа, в ней SPF 8. Но вот у меня одна клиентка говорит, что ей все-таки антивозрастная нравится больше, но так как ее нет со скидкой и неизвестно когда будет, она иногда берет и минеральную, хотя говорит, что антивозрастная ей больше нравится. Честно говоря, вот у меня сейчас на лице именно такая же тональная основа, вот фарфоровый оттенок точно такой. Я не знаю, мне вот не к чему придраться, она настолько вот идеально лежит на лице, она классно распределяется, ее не видно в порах, ее вообще не видно, видно просто ухоженное красивое лицо. Я носила клиентке второй попробовать именно свой тон, хотя она хотела выбрать темнее оттенок, а я вижу, что кожа светлая, я говорю, мне кажется, вам нужен фарфоровый. И она попробовала, да, немножечко на лице, и сказала, ну да, действительно, он классный, и заказала именно этот тон. Так, под заказ два мыла, мед и молоко в коробочках. А кстати, это мыло очень здорово брать на подарки, если вы хотите сделать, ну, человеку просто как маленький комплимент, то это классный комплимент, потому что крем-мыло, его любят все. И просто когда моешь руки, такой аромат. Вот эта вот пенка, я больше всего обожаю вот в мылах Oriflame невероятно нежную пенку. Она как будто пушинка. Настолько ее приятно вот, вот намыливать. Она прям ласкает кожу рук. Просто ласкает, обнимает, напитывает. И когда смываем мыло, то кожа не сухая, она мягкая, и не хочется сразу бежать и мазать руки кремом, то есть все хорошо, все отлично. Вот такие вот мыла у меня заказывает тоже часто одна клиентка, и она же взяла еще два, у нее прям все по два крема, это вот ей два таких мыла. Кстати, я такое мыло из осветляющей серии Essentials, по-моему, если правильно говорить, я подарила дочке, ей оно нравится, она им тоже умывается, ей оно хорошо подходит. Так, два мыла сюда, и еще тоже было два, тоже этой же клиентки, два карандаша для бровей. Вы часто спрашиваете про эти карандаши, вот у меня их заказывает только одна клиентка, но берет их уже не первый раз, и она так сказала, ну я не могу сказать, что это прям вот фонтан, да, предел моих мечтаний, но это пока лучшее, что я для себя нашла. А вот еще она сказала, что если вы видите, с одной стороны идет оттеночный, да, то есть мы красим брови, с другой стороны корректирующая сторона. Вот, и она говорит, я сначала не поняла, зачем, а потом я раскусила, какая-то классная штука. То есть красишь брови, а потом корректором делаешь вот так вот подводку, и бровь получается прям такая чистая, да, такой чистый контур, она более выразительная, яркая. Она говорит, а потом я поняла, какая это классная штука, и вот она опять их заказывает со скидкой, как раз сразу два. Так, и это еще не все, я взяла из вкладыша дезодорант Glacier, такая классная цена, иногда спрашивают мужские продукты. Кстати, у меня мало берут мужских продуктов, очень мало, и когда я говорю, девчонки, а что вы будете дарить мужьям, они, да сейчас прям, как сейчас прям, это же наше самое дорогое, наши мужчины, наши просто, ну как вот женщины и мужчины, это одно целое. Не знаю, я всегда как бы, ну, считаю, что надо мужчин тоже баловать, дарить им подарки, но показывать им свою любовь, внимание, да, ну я не знаю, напишите ваше мнение в комментариях, будет интересно. У меня закончился сухой шампунь, и я сразу взяла себе новый, хотя вот больше мне нравится в этой серии Hair X зеленый шампунь по эффекту, но аромат зеленого я не переношу, поэтому я беру себе только вот этот сиреневый, он очень вкусно пахнет, но он не так круто освежает прическу, потому что он больше для тонких волос, у меня волосы толстые и корни, да, жирнятся. Но иногда, вот когда, например, четвертый день, и я понимаю, что не хочу мыть голову, или мне ни к чему, или некогда совсем, я беру просто пшик-пшик-пшик и делаю плетение. И мне это круто помогает, потому что волосы действительно становятся такие более свежие, пышные. Во-вторых, у них как бы такой приятный аромат появляется. И один день мы ходим с этим сухим шампунем, на следующий день обязательно нужно помыть голову. То есть это не
не заменяет мытья головы, а дает нам некую отсрочку небольшую, да, ну, в каких-то экстремальных ситуациях или в самолете, например, бывает, что волосы настолько сильно жирнятся, что один перелет сделали, выходите из самолета, а на голове ужас и негде помыть голову, тогда можно просто пойти в дамскую комнату, взбить вот так вот этот флакон, нанести на волосы, потом взбить прическу, расчесаться и еще раз стряхнуть волосы, и получается вот сухая такая вот помывка головы, очень круто. Так, еще заказали хайлайтер, я не вижу помаду, я уже, а вижу, все, фух, я аж испугалась. Это хайлайтер новый Giordani Gold, такой бронзовый, очень очень красиво на картинке, но я не буду открывать, потому что это заказ, вот все сюда, в эту серию, вот девушки заказали все из серии Giordani Gold и еще одну помаду. И что я хочу сказать про помаду, то что это повторная покупка именно этой помады, этот оттенок, даже этот код. То есть клиентке, когда я уговорила ее взять эту помаду, то есть тут вообще отдельная история, она брала раньше все время помаду кремовую 5 в одном, не вот не ультра кремовую, которую сейчас нам обновили, а именно ту еще в синих упаковках, и она ее обожала. То есть когда выходил ее оттенок, там шестерка была на конце, такой кремово-коричневый, такой приятный, она ее заказывала по 3 по 4 штуки в запас, когда она была с большой скидкой. И тут ее сняли с производства, выходит новая серия, мы заказываем новую помаду, подбираем более-менее подходящий оттенок, и ей она абсолютно не нравится, абсолютно, то есть она просто в шоке. Я ее уговариваю вот на эту Giordani Gold 33-386 оттенок, и она начинает ей пользоваться, говорит, нет, нет, не то, не то, нет, мне не нравится, такая прям, я переживаю, потому что для меня важно, чтобы клиенту было, ну, комфортно и классно. И потом она говорит, слушай, а я ее распробовала, хорошая помада, давай еще такую же. Вот поэтому я очень рада, когда удается подобрать клиентке вот что-то, ну вот прям, ну что она довольная, это просто самое главное. Вы знаете, у меня еще целая коробка туши, я вам сейчас их попробую все достать, но еще я себе заказала лак, этот волшебный лак, хотя я клялась уже практически, ну не клялась, а просто говорила, все, все, я лаки заказывать не буду, у меня их целая коробка, куда мне их девать просто. Хотя, кстати, я 4 лака подарила подруге, она у меня приходила, и видно, она посмотрела мой сторис, я в инстаграм показывала, сколько у меня лаков, говорила, может быть, кто-то хочет лаки, вот, я ей подарила 4 лака, ну уже начатые, конечно, но она такая довольная просто. Я подумала, это же идеальный цвет, у меня такого никогда не было, я его так хочу. Это из новинок оттенок 406-52, мне кажется, он будет просто нереально крутой, прямо вот уже завтра, наверное, буду им красить ногти, запишу видео, покажу вам, как он в деле, это что-то очень крутое. Так, далее, как официальному обозревателю мне прислали 3 новинки, я правда пока не знаю, что это, я еще не смотрела, по-моему, это маска для ногтей, новый бальзам для губ, мультиактивные наши любимые бальзамчики в таком красивом дизайне, и это я не помню что, а это масло для ногтей и кутикулы с кисточкой, слушайте, класс, это будут новинки в первом каталоге, поэтому я срочно все буду пробовать, записывать ролики, потому что я, во-первых, сразу влюбилась в этот дизайн, это просто невероятно красиво, я обожаю такие вот оттенки мягкие, нежные, пастельные, это что-то вообще просто с чем-то. Так, и здесь целая коробка, просто вот реально целая коробка блесков и туши, сейчас будем с вами смотреть. Первая партия, а здесь в перемешку идут дуохромные туши, это тоже под заказ, и 5 в одном туши. Кстати, у меня есть клиенты, которые не стали участвовать в акции, хотя было бы, наверное, выгоднее взять, естественно, тушь 5 в одном и еще что-то к ней, лак, помаду, блеск, вот, а они взяли просто без скидки 4 туши. Так, вот столько, у меня целая гора туши, надеюсь, вам это видно, я даже не буду считать, да, их очень много,
просто чтобы вы понимали, что это на самом деле немного, потому что я смотрела, кто-то брал там около 300 баллов только тушь, а у меня весь заказ 325 баллов. Но зато я оторвалась с блесками, я набрала блесков, кстати, их уже практически никаких нет на складе. Я сделала упор на блесках для, так сейчас скажу, такое чувство, что у меня какого-то блеска не хватает, а вот он, да. Так, все, здесь пустая коробка. Я все-таки взяла 4 глянцевых, глянцевый беж, это мой любимый блеск, я один сразу себе, один у меня уже заказали и 2 я предложу, потому что часто смотрят и говорят, какие у тебя губы, а что у тебя на губах, вот, и я показываю свой блеск, и мне говорят, ой, как будет со скидкой, скажи, я правда не помню, кто просил, но вот я покажу. Я взяла себе розовенький, я очень хочу такой нежно-нежно-розовый цвет себе на губы, и коралловый. Видите, да, я себя отлично побаловала, хотя мне абсолютно не нужны помады и блески. Вот этот сливовый я предложу, но если не заберут, я его тоже себе оставлю, он такой красивый вообще. И еще один коралловый, это под заказ, то есть, ну, 50 на 50 уже, я думаю, что их разберут прям сразу, как только я зайду в одно место, у меня их тут же заберут. В общем-то все, мы с вами посмотрели весь мой заказ, а мне кажется, он очень классный, и я сегодня буду еще один заказ отправлять, пока небольшой, но там будет все со спецпредложением, с выгодой максимум или выгода плюс. Я очень довольна, довольна платком, я довольна, что мне прислали на обзор, хочется все попробовать, в общем-то, и блески, конечно, я очень их ждала, я обожаю новые блески и помады, для меня это примерно равно, вот как ароматы, я люблю ароматы, но ароматы редко появляются, ну как бы не так часто, как новые помады можно заказать, и просто в этом каталоге, ну, такая классная акция с блесками, я решила оторваться по полной. А еще лаком я очень довольна, хочу быстрее его накрасить. Спасибо вам за внимание, делитесь в комментариях, что вы заказываете себе, что на подарки, вот, хвастайтесь, хвалитесь, и я вам всем желаю отличного настроения и всего самого-самого счастливого. До новых встреч, пока-пока.